Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Ребята, очередное днище пробито, давайте слушать. По-настоящему сильный мужик. Ну, там квартира, машина, понятно, работа хорошая, мускулы. Вот, но сильный мужик по-настоящему. Просто идет и садит бабу себе на лицо, без вот этого «фу, не хочу, не буду». Это я понимаю, самец. Самец. Нет, я всегда старался с толерантностью относиться там к разным человеческим интимным предпочтением. Это не мое дело, как бы пускай развлекаются как хотят. Нет, но уже манипулировать тем, типа, ты будешь сильным мужчиной только в том случае, если посадишь меня к себе на лицо. Ребята, раньше они манипулировали тем, типа, что настоящий мужчина тот, который зарабатывает, обеспечивает, там, чужих детей воспитывает. Да? Теперь и этого мало. Ты должен уже себе бабу на лицо посадить. Ребята, ну, опять-таки, с уважением к чужим там желаниям, ну, ребят, палку, точнее, не ребята, а женщины, дорогие, не нужно перегибать палку. Чего за хрень-то уже несете, а, ё-моё.